Ну что, друзья, приступим к очередному обзору данного устройства, в котором есть объем заряда 6000 мАч, габариты 82 на 80 и толщина и ширина. Да, толщина 9 мм. Так, ну что здесь у нас интересного? Давайте откроем, посмотрим. Вот такой вот интересный завертон сделали нам китайцы, да? Как это, блин, открывать? Завернуто в валенок. Да, вот такая вот. Такой вот материал, как валенок. И вот с такой вот бумажки. Вот это отсоединить. А никак, да? Так. Здесь у нас проводок в этом кармане. Еще раз повторяю, что это устройство 6 мАч. Вот такая вот штука. Так. Немножко притереть. Испачкал валенком. Поприлипало к ней все. Вот опять же, видите, вроде как батарейка, да, здесь нарисована. Да, уровень заряда показывает, что полный. Два выхода. Можно два выхода и один вход. Вот сюда получается. Можно заряжать два устройства сразу. Ну, я думаю, надо попробовать. Так, 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 так. Получается, если сразу два устройства заряжается, да, то получается отдача у нее что-то непонятно, в общем. Ладно. Не буду говорить того, чего не знаю. Вот, собственно говоря, вот такой вот блок питания для наших мобильных устройств. Весит она чуть больше, чем предыдущие. Где-то, сейчас посмотрим, сколько здесь весу. Что-то нет. Ладно. Не сильно отяготит ваш карман, если его носить либо в сумке, то легкая. Чуть тяжелее, чем шоколадка. Стоит его себе приобретать. Всем спасибо. Следите за нашими обзорами. И подписывайтесь на наш канал.